Не за горами теплое время года, жаркая погода, период отпусков. И летом нередко приходится защищать глаза от солнечного света. Что уж говорить о поездках на юг. Ультрафиолетовое излучение не менее опасно для глаз, чем для кожи. Какие нужно выбирать очки и линзы, чтобы не навредить своему здоровью, выясняла наша съемочная группа. Очки давно перестали быть просто необходимостью. Сейчас это модный аксессуар, который подчеркивает индивидуальность. Актуальны оправы разных форм и цветов, поэтому найти что-то для себя не составит труда. Я сама очень эксцентрична и люблю все самое яркое и цветное. Здесь можно подобрать просто любые очки. От классики, от какой-то совершенно строгости до вызывающих, абсолютно ярких, невозможных, вот восхитительных оправ. Красивая форма – не единственный критерий, по которому выбирают оправы, в том числе и для солнцезащитных очков. Современные технологии надежно защищают глаза от вредного потока синего цвета от электроники и гаджетов, а также от ультрафиолета. От того, какие стоят в очках линзы, зависит зрение человека. Линзы бывают прозрачные, абсолютно прозрачные. Бывают линзы тонированные, разной степени тонировки, разной степени окрашенности. Есть линзы фотохромные, очень умные такие линзы, которые в помещении у вас будут оставаться прозрачными, а за лобовым стеклом или на открытом пространстве при ультрафиолете они меняют цвет в зависимости, опять же, от вашей потребности. Помимо очковых линз, есть еще контактные, в том числе и умные, способные защитить от ультрафиолета. Они обеспечивают надежную защиту детям и взрослым, даже во время занятий спортом. Мультифокусные линзы являются наглядным примером прогресса в развитии оптики. Они предназначены для людей, которым необходима оптика с двумя зрительными зонами, позволяющая видеть четко как вблизи, так и вдалеке. Они разработаны в основном для тех людей, кто раньше уже носил контактные линзы. И с учетом того, что появляются возрастные изменения на близком расстоянии, появляется возрастной плюс, люди переходят плавно с обычных контактных линз на мультифокусные. Подбирать удобные варианты лучше всегда у специалистов. У них есть соответствующая квалификация и опыт. Тогда будет качество жизни выше, а настроение лучше. Если остались вопросы, тогда добро пожаловать в Фарменторг, сеть аптек и салонов оптики. Справки по телефону 430-777. Сайт farmentorg.com.